В Казани запустился круглосуточный мобильный медицинский комплекс. За один выезд врач проведет осмотр, соберет анализы и поставит точный диагноз. Как устроена клиника на колесах, расскажем в следующем сюжете. Чудеса современной медицины – не только качественное обслуживание, но и широкий спектр услуг. Еще недавно за квалифицированной помощью приходилось стоять в очередях. Теперь осмотр терапевта, консультацию профильного врача и мгновенные результаты анализов можно получить, не выходя из дома. Достаточно позвонить, и мобильный комплекс доставит к вашей двери специалиста и необходимое медицинское оборудование. Мобильный медицинский комплекс запустился в период карантина. Была очень острая необходимость выезда пациентам на дом, и мы как раз наш проект довели до совершенства, и мобильное оборудование – это то же самое, что в стационаре, просто оно, образно говоря, перевозится в специальной машине, в котором все уже оборудовано для таких целей. Такой способ своевременной медицинской помощи особенно актуален для тяжелых больных. Врач-терапевт выясняет жалобы, симптомы и историю болезни, проводит УЗИ и ЭКГ, исследование анализов мочи и крови. Мгновенно получая результат с помощью современного оборудования, врач ставит предварительный диагноз. Далее терапевт оказывает квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости он связывается через телемедицинский порт с профильным специалистом и проводит врачебный консилиум. Этот подход мобильного центра «Параклиника» отличается от обычных видеоконсультаций. Ведь врач делает выводы, опираясь не только на картинку на экране и слова пациента, но и на заключение осмотра коллеги. Ранее супруга пациента уже обращалась в платные медицинские учреждения. Однако не все из них решили ее проблему, устроили по качеству и стоимости оказываемых услуг. Вызвала врача только за то, что он перешел дорогу, одну дорогу, дом находится напротив. Вот это стоит 800 рублей. Это значит, этот врач, потом медсестра должна прийти взять анализы, это тоже переход улицы, дальше другой врач и так далее. То есть это очень и очень накладно, особенно для пенсионеров. А медицинская организация, вот, такого типа, когда приезжает машина и тебе могут сделать любой анализ. Это и УЗИ всех органов, и анализы на месте. Это же так здорово. Поэтому вот я всем своим друзьям буду советовать, чтобы они обязательно воспользовались вот такими услугами, медицинскими услугами. Вызвать мобильный медицинский комплекс могут все желающие. Сотрудник, которому стало плохо на работе. Мама в декрете, которой не с кем оставить ребенка. Среди прочих услуг параклиники – оформление справок, инъекции, мануальная терапия. Руководитель медицинского центра поделился тем, какие нововведения стоит ожидать в ближайшее время. В перспективе мы рассматриваем вопрос об выездной рентгенологической помощи тем пациентам, кто не может ходить, у кого переломы шейки бедра, таких очень колоссальное, то есть количество, кому нужно на месте, не перевозя в стационар, на месте провести рентгеновское обследование. Помимо мобильного комплекса и специалистов, подключающихся по телемосту, круглосуточный медицинский центр располагает клиникой с кабинетами уролога, офтальмолога и других специалистов по адресу Казань, улица Восстания, 129. Для того, чтобы вызвать медицинскую службу на дом, необходимо позвонить в регистратуру параклиники по следующим номерам телефонов 514-82-53 или 8-950-313-26-29. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.